Усім привіт любителям зверюшек, жаб і лягушек. І у нас сьогодні опять тепла погода, весна, класно. І у нас на болоті, в лісну, в лісному болоті появились голубые лягушки. И я еду. К сожалению, оператора не будет. Не получится. Я не знаю, как я сниму. Ну, как-то попробую снять. В общем, так, берем велосипед. И я еду снимать голубых лягушек. Голубых, понимаете? Ни черных, ни зеленых, ни серых, а голубых. Все, поехал. Смотрим, что я там понаснимаю. Приехал я на болото лесное, видите? Вот, одел костюм. Вот, и иду, иду, иду в болото. Сейчас посмотрим голубых лягушек. Одеваю камеру. И пошли, подкрадываемся. Вон они, вон они. Вон они, голубенькие наши лягушечки. Идем. Видите, да? Нет? Ай, они уже меня увидели. Они уже меня увидели, гады. Ой, сколько тут всего в этом болоте. Чесночницы, жаба серая. А вот, смотрите, вот она сидит. Смотрите, лягушечка зарылась. Ладно, пойдем к тем, там, где их много. О, они тут икры наложили. Ребята, смотрите, сколько икры. Вот она, икра. Вот она. Видите, икра? Я надеюсь, видно. Икра. Так, сейчас будем. Тут прогреваемая лужица такая. Их тут полно. Нам же надо их поймать, чтобы вам показать. Вот сколько икры тут. Посмотрите. Это все икра. Ё-моё. И тут икра. И тут икра. Кругом икра. Так, ну нам нужна сама лягушка. Вот, что-то лазит. Что-то лазит тут в икре. Вот сколько икры вот тут было. О, есть. Оно, о, вот это да, смотрите. Самец и самочка. Ой, самец и самочка. Ай, стоять. Стоять. Ах, куда вы поделись? Вот они. Смотрите, самец и самочка. Но этот самец что-то не очень голубой. На самом деле эта лягушка называется остромордая. Вот, она не называется голубая лягушка. Она называется остромордая. И самец у них голубой весной. Видите, как он самочку ухватил? Видите, как он ее ухватил, держит? Но еще у нее в животике икра. Да, будет икру метать. О. Ну, какие они. Ну, ладно, будем выпускать. Сейчас попробуем найти. Видите, у нее только горлышко голубое. Ладно, ладно, идите, 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 идите. Все. Все. А вообще-то самец полностью голубой. Становится. Но это он уже с самкой, так ему уже нечего голубеть. А вот, чтобы самка заметила самца, они такие яркие становятся. Фу. О, что-то нашел, что-то нащупал. О, это... Ай! Стой! О, этот уже побольше синенький, голубенький. О!
Вот еще такое есть. Видите, вот он. О. Ладно, иди. Тут и жерлянки кумкают. Чесночницы. Вот, что это? Что это? Что это такое? А ну ловим. Ловим, ловим, ловим. Смотрите, кого мы поймали. Жерляночка. О, она притворилась. Смотрите, как она выгибается. А вы знаете, что жерлянки, они ядовитые. Ух ты, куда прыгать? Вот, и у нее это краснобрюхая жерлянка. А по-украински она называется кумка. Червона, черева. О, ё-моё, стой! Стой, подожди! Вот, жерлянка. Она выделяет ядовитое из кожи слизь такую, вещество ядовитое. Если в руках держать, то не страшно. Вот. А если эту жерлянку облизать или потом руками глаза потереть, ой, будет не очень приятно, не очень. Так что, когда вы ловите такую лягушечку, а лучше ее не ловить, ну, вдруг что, поймали, то есть не облизуйте ее и глаза не трите этой лягушкой. А это кто у нас тут колупается? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, это чесночница, смотрите. Смотрите, чесночница. Ой, какая мордяха. Чесночница. Самец чесночницы. Ну, плыви, плыви. Вот, а видите, эти икринки снизу белые, а сверху черные. Черные, чтобы солнышко и пригревало, нагревало. И видно, и не было. Ее так плохо видно. А с той стороны она беленькая. Видите? Вот так. Так, ну что, глянем, что тут еще есть. О, опять жерлянка. Ух, тут жерлянок развелось, смотрите. Молоденькие. А у нас есть видео, где мы спасли жерлянок в пересыхающем озере. И сюда выпустили, кстати. Наверное, это они подросли. Вон еще. Ух, тут жерлянок, да, тут полно жерлянок. Вот, так что смотрите видео, я ссылку оставлю под этим видео. Это ссылку про видео о жерлянках. Так, кто-то плывет. Тихо, 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 тихо. Есть! Стоять! О! Во какой! Ха-ха! Смотрите, какой голубенький! Красавец! Вот какой он! Видите, а у самца здесь на лапках еще черные мозоли, чтобы самочку удержать. Вот он. О, разговаривает. А? А ну? О, какой! Ну вот это видно, что голубенький. Ну вот, все, больше их не ловим. Бывает, конечно, еще ярче, голубее. Ну ладно. Видели, да, какой голубенький? О, попрыгал. Вон он. О, какой красавец. Так, жерлянки, отстаньте от меня. Куда ни глянь, туда одни жерлянки. О, этот самец тут, понимаете, то поймать нельзя, а то он тут, понимаете, кругом кувыркается. Так вы поняли, это остромордая лягушка. Вот, весной самец голубой. Чтобы самочки его видели сдалека. Так, тут бобры, видите, все бобры пообгрызали. Тут бобровые у нас места такие. Бобрюки. Ого, а это что за монстр? Смотрите, какой здоровый. Что это, он переросток какой-то. О, какой здоровый самец. Лапы у него какие с мозолями. Эти вот лягушки остроморды, они вообще мелкие. Вот это максимальный размер. Это для остроморда лягушки самец прямо монстр. Смотрите, какие лапы. Какой он спортсмен.
Но он не голубой уже. Видно, ни одну самку оплодотворил. Ему уже голубеть и не хочется. Ну иди. Ой. Ой, красота. Весна. Болото весной. Это просто сказка. Тут жизнь кипит. Но только ее надо увидеть. Они так прямо на вас не вылезут. О, ё-моё! Вот он! Ха-ха! Смотрите, есть самец. Самец обыкновенного тритона. Вы видите, какой он красавец? Вот он, малыш, красавец. Какой у него хвостёра, ух! О, какой самец тритона обыкновенного. Ну что, плыви, иди обратно к себе. Ой, наконец мы и тритончика выловили голыми руками. А вот еще самочка, по-моему. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Стоп. Вот, тихо. А не, еще самец. Смотрите. Какой. О, какой тритончик. Самец, еще один. Ой, пузырьки какие-то пошли. Ой, еще поплыл. Еще поплыл тритончик. Угу. Куда-то уплыл. Во, вот самочка, вот самочка. Стоп. Есть самочка, смотрите, вот самочка. А вот эта самочка. Молоденькая. Уже толстенькая, с икрой. А вот еще поплыл. Тритончик. Куда-то поплыл. Но мы его уже, наверное, не найдем. Ну вот самочка маленькая, обыкновенного тритончика. Молоденькая. Первый раз пошла в водичку. Иди, иди отдыхай. Вернее, откладывай икру. Так, ну вот. И тритончики нам попались. Ну, тут еще есть гребенчатые, но гребенчатые поглубже, им глубже надо. А мы гребенчатых, смотрите, у нас на нашем канале в другом видео. Ссылки будут под этим видео про всяких остальных зверюшек, которые в болотах живут и лужах. Так, ну что, все. Ух ты, опять кто? Жерлянка, да? Жерлянка, вот она, ух, вот она, жерлянка. Жерлянок развелось, а раньше не было. Да. Красота. Ё-моё, глубина идет. А вон, видите, бобровая, бобровый склад дров. Это, наверное, не хатка, потому что тут кругом вода. А может, хатка, да, это хатка молодых бобров, смотрите. Вот хатка молодых бобров. Явно молодых, потому что если бы она была уже старая, то она была высокая, вот такой высоты почти человеческий рост. А эту хатку только строят. Весна пришла, пора хатки строить. Вербы тут полно, они любят вербовые веточки жрать. Вот они тут и живут, эти бобры. Так что смотрите наше видео. И самое главное, чтобы не пропустить очередное видео, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Вот. И смотрите наше видео. Про природу, про животных. Так, а я буду выбираться отсюда. Так, выбираемся отсюда. Ё-моё, чуть не упал. Так, ну придется мне налезть по этим камышам.
Так, ну что, все, наверное, ой, все, наверное, будем с вами прощаться. Любите природу, не обижайте зверюшек, жаб и лягушек. Вот, и всем пока, до новых видео на нашем канале. Что-то прыгнуло. Ну ладно, прыгнула и прыгнула. Все, не будем мешать животным продолжать род, потому что весна — это продолжение рода всех зверюшек, жаб и лягушек. Все, пока-пока.